В одном большом городе у нас в стране много лет назад при открытии одного большого дела, при начинании, которое я замутил и которое благополучно сейчас живет, ко мне подошла вот такая вот девушка на каблуках в кожаном комбинезоне с молнией вот отсюда вот до сюда, вся вот такая подошла. Очень деловая, до этого я ее не видел. Но вот она подошла и сказала: «Здравствуйте, Константин, я управление культурой». Я посмотрел на нее и сказал: «А вы уверены, что культурой можно управлять?» Этот вопрос, видимо, убил ее. И она сказала, потом она чуть-чуть стала ниже ростом, сказала: «Вообще-то я сфотографироваться пришла». Я говорю: «Ну давайте сфотографируемся, и вы пойдете?» «Да, да, боль, все». И все, и это управление культурой пошло заниматься своими делами.